желаний, что рвется в небес. Есть ответы на каждый знак, вопрос в имени. Есть надежда, что течет внутри нас. Есть твой голос сквозь темноту звучит. Есть огонь, что готов зажечься в имени. Очи возведем на того, кто победит.
благодарим Тебя за Твою святую кровь, которой Ты омыл нас, оправдал, очистил, осветил. Мы верим в Твое присутствие на этом месте. Мы верим в Твое помазание. Мы верим в Твою благодать. Мы верим в открытые небеса. Я молюсь сегодня за каждого человека на этом месте. Боже, пусть небо откроется. Пусть особая, сверхъестественная благодать изольется на каждую жизнь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем помазании. Мы нуждаемся в Твоем присутствии. Святой Дух, мы приглашаем Тебя. Аллилуйя! О, Дух Святой! Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе, и мы благословляем Твое имя. В этот день мы просим, помажь нас своей силой, своим могуществом. Исцели больных, пусть разрушится всякое проклятие, и пусть благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит, придет в каждую жизнь, в каждую судьбу. Мы принимаем это во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь.